О самых ярких событиях культуры прошедшей недели в итоговом выпуске новостей в это воскресенье 31 марта в 12 часов 55 минут на телеканале «Культура». Не пропустите. Дебютная работа молодого хореографа. В Башкирском государственном театре оперы и балета представили одноактный балет «Доктор Никто». Суетность бытия и путь к вере. На премьерную постановку «Исход» приглашают актера уфимского татарского театра «Нур». Танец «Душа народа». Государственный академический ансамбль имени Файзи Гаскарова отметил 80-летний юбилей. 15 короткометражек от начинающих режиссеров. В Уфе продолжает работу кинофорум «Слово земли». Весна на сцене Башгосфилармонии. С тремя совершенно разными программами в Башкирию приехал Казанский камерный оркестр «Ля Примавера». Реальное преступление в метафорическом антураже. И мы сели в машину, и мы прыгнули в кроличью нору! В Русском драматическом театре «Стрельтамака» приступили к постановке спектакля «За белым кроликом».